Всем привет! Со мной все хорошо, я никуда не делся, я нахожусь в городе Санкт-Петербург, все отлично. Я снимаю видео, я снимаю тест-драйвы, собственно, об этом, конечно же, ролики будут чуть попозже, потому что я не брал свой системный блок, я прилетел на самолете. Моего ноутбука, моего мощности ноутбука просто не хватает для редактирования, поэтому я просто коплю файлы, да, и чуть попозже это будет по приезду домой уже все выложено. Я надеюсь, меня хорошо слышно, я буду снимать без монтажа, без микрофона, небольшой ролик и небольшое повествование и объявление. Что происходит? Краткие новости. Я хочу организовать... Как и в прошлый раз, когда я приехал в Санкт-Петербург, я хочу организовать встречу, понимаете? Встречу, ну, не выпускников, да, а встречу именно с теми людьми, которые захотят со мной увидеться. Никаких зарождений, в плане никаких мыслей о том, что будет, как это будет происходить. Я хочу просто вас увидеть, да, а если вам нужно от меня крепкое рукопожатие, да и просто-напросто приятное настроение. Также я, ну, не знаю, надо, не надо, взял с собой наклейки, я здесь распечатал здесь, в Санкт-Петербурге. Так вот, просто-напросто, смотрите, встреча будет в 16:00. Это будет воскресенье, 26 число, 26 февраля, на улице Калантай 3, да, улица Калантай, дом 3, то есть это будет гипермаркет, это будет парковка, причем там как бы есть верхняя, а есть нижняя парковка. Так вот, на нижней парковке справа, где обычно мало машин, допустим, ставится, и где была встреча в прошлый раз. Почему именно там? Потому что место проверено, нас никто оттуда не выгонит. Гипермаркет называется Лондон Молл, кто-то называет его Карусель, кто-то называет его Лаурен, Марлен, как-то так, собственно, ну, улица Калантай 3, я вбивал навигатор, приезжал туда без проблем, собственно, это одна единственная улица, одно единственное место в Санкт-Петербурге, где, собственно говоря, и находится этот гипермаркет. Так вот, я приеду туда на этом автомобиле, это видно, вот, BMW X1. Такой тоже своеобразный автомобиль, будет про него видео также снято. Но ВКонтакте я опубликовал, что я, в принципе, передвигаюсь здесь на Nissan X-Trail. Только лишь, ну, потому что я его взял в прокат. Серьезно, я не стал никого просить, я не стал обращаться каким-либо различным дилерам для того, чтобы не подогнали автомобиль за рекламу. То есть я просто потратил деньги, потому что, собственно, без автомобиля в эту погоду нельзя посмотреть какие-то достопримечательности, объездить все музеи, да, и так далее. То есть, ну, просто, грубо говоря, я занимаюсь делами. Так вот, поэтому, почему поменял на X1? Дело в том, что в X-Trail просто перегорела лампа, я позвонил, мне сказали, что давай повезем тебе другой автомобиль. Собственно, вот этот автомобиль привезли. Я, честно говоря, не уверен, что на этом автомобиле приеду на встречу. Только потому, что там на горячую постоянно загорается ошибка check engine, да. То есть, отключается турбина полностью. То есть, такой автомобиль получается немножко неуверен. Но, тем не менее, я думаю, что до 26 числа он доживет. Сегодня 23 число. Я поздравляю настоящих мужиков, собственно, с Днем Защитника Отечества. От души поздравляю. Также спасибо огромное за те подарки, да, и за те, как бы так, речи, которые были произведены ВКонтакте, в социальной сети. Огромное вам спасибо за поздравления. Серьезно, приеду вот на этом автомобиле, наклею наклейку, пару человек меня узнало, спасибо огромное. Посмотрим, как эта машина, конечно же, повлияет вообще на суть сегодняшнего исхода. Смотрите, кстати, вот видите, наклейка, да, сами вот эти стопаки, один не горит. То есть машина такая, скажем так, поезженная, но ничего страшного, никуда с этого не денешься. А так, я думаю, что в принципе все получится, встреча организуется. По поводу BMW, это, по поводу X-Trail, все видео снят, облобовых врезался, все видео сняты, будут, собственно, выложены уже, конечно же, по приезду. Также я снял BMW 5 серии, также я снял сегодня Mercedes ML 350 2012 года. Ну, такие, как бы, я считаю, нужным снимать именно бренды, такие дорогие машины, для того, чтобы просто почувствовать, понять вообще вот этих людей, которые на них ездят, да, и вообще вот эту атмосферу Санкт-Петербурга. Потому что другие, допустим, машины попроще, да, лукавить не буду, мне другие предлагали тоже. Я сниму, как бы, вот именно дома, да, в Кировске. А здесь именно дорогие автомобили, я считаю, брать нужно, как бы, именно для обозревания. Ну, ладно, короче, об этом всем потом. Сегодня 23, еще раз поздравляю. 26 числа. Февраля, улица Калантая 3, извините, что кому-то будет далеко ехать, парни, если не приедете, я не обижусь, серьезно, если приедет один человек, мы просто не пойдем и попьем кофейку, понимаете, просто кофейку с ним попьем, посидим, пообщаемся, все, давай, братуха, все, я поеду домой, понимаете, кто хочет, приезжайте, я буду ждать, соответственно, всех, ну, такие, как бы, новости. Кто-то, парни, написали сразу в комментариях, что, Миш, зачем ты так делаешь? Дело в том, что это 4 дня, там будут праздники, да, 4 дня люди уезжают на дачу. Опять же, это будет воскресенье, и к вечеру обычно люди все приезжают, кому надо. Собственно, если нет, так нет. То есть, ну, тут ничего страшного, в принципе, как будто и нету, да? Есть возможность, конечно, приезжайте. 26
4 часа дня, 16:00, я постараюсь быть там. Я хочу стараться, я там буду. То есть я в любом случае там буду, даже если никто не приедет. Если я опоздаю, не дай бог, ну, секир башка, собственно, мне черпак просто, парни, пропишите, да и все. Ну, все, я думаю так. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Это было такое небольшое объявление. Как-то так, как-то так. Питер, конечно, рулит, я не знаю, я вообще... Я, кстати, кто знает, где это находится, серьезно. Это, ну, судя по всему, это какие-то новостройки. Я просто ехал по навигатору, не запомнил, конечно же, улицу. Но суть такая, что опять загорелся check engine, да, на горячую. Я просто остановился, и машина немножко остужается. То есть, когда она остудится, ошибка пропадает, машина опять едет хорошо. Вот такое BMW, ну, вот как-то так. 2 литра турбо, но об этом всем потом. Всем спасибо за просмотр. Я жду всех на встрече. Всем пока.